Думали, отсыпаюсь, а нет. Снова на мороженке Сникерс. Приехали в топ-принт. Бусик уже помыли. Сейчас будем доклеивать винил. Потом уже в законченном виде всех все покажу. Ну и завтра, видимо, уже на установку пневмы. Сейчас я вам расскажу, почему вообще решили пневму поставить. А причина одна и самая весомая. Нижняя часть, видно, здесь уже вот на фаркопе вся пошорканная. Потому что свес фаркопа очень большой. Точнее, свес задней части спринтера очень большой. От заднего колеса. И поэтому фаркопом очень часто цепляешься. Причем это бывает где-то на лежачих полицейских, которые, знаете, вручную сделаны из асфальта. На них даже бывает цепляется. Бусик сейчас загружен где-то наполовину. Видно, как задняя ось чуть ниже расположена. Поэтому поставим пневму. Можно... И еще очень важный момент. Когда цепляем на фаркоп прицеп, из-за того, что бузик нагружен и задняя часть, ну, просаживается, из-за этого, представьте, вот здесь вот прицеп будет. И прицеп нагружается на дышло и на переднее колесо. То есть расположен вот так. А когда мы заднюю часть сейчас пневмой будем приподнимать, прицеп у нас более правильно будет расположен. И не будет его вилять там со стороны в сторону, и шины, и все-все будет снашиваться равномернее. А еще Димасик делает ламинацию сверху, чтобы наклейки дольше жили, не выгорали и не сшаркивались вообще, в принципе, со временем. Защита красок.